снова всем привет. Это опять я, Эдуард Холод. Короче, сейчас я нахожусь на окраине объездной города Казань. Вот, я там ночевал. И про тот случай расскажу, который после последнего видео. В итоге, короче, я поймал машину тогда до Нижнего Новгорода. Потому что... Хотя я думал, что до Владимира даже не успею доехать, потому что уже темно было. И в итоге в полночь я приехал в Нижний Новгород, пошел на вписку, которую нашел заранее в Couchsurfing'е. Приложение такое. Вот. И, короче, там переночевал. И в 6 утра я поехал дальше. И вот вчера. И вот сегодня я в Казани. Завтра... Ой, ну, то есть, я не знаю, мне ехать 549 километров до Уфы, вот, и я не знаю, успею я или не успею, вот, короче, ну, я надеюсь, что я успею, и я не знаю, у меня желание какое-то появилось ехать даже ночью, потому что в Новосибирске сейчас 21, в то время как там, где я нахожусь сейчас, сколько, градусов 10 от силы, но хорошо, хоть дождя больше нет, вот, ну, короче, что я хотел сказать, ну, короче, это, вот я пока так и не нашел вписку нигде на пути, ни в Октябрьском поселке, ни в Альметьевске, ни в Уфе. Ну, в Уфе вообще без проблем смогу найти, если что. Вот, ну, бля, ебать, сейчас времени уже почти 11, а мне еще ехать 540 с чем-то километров. Не знаю, успею, не успею. Если ночью сильно не опоченею, что? Или, ну, блин, ну, я надеюсь, короче, кого-нибудь до Уфы поймаю. Вот. Так что вот так вот. Вообще я собирался в Таиланд ехать еще где-то в конце августа, в начале сентября, что ли. Но я, естественно, профукал все эти дни. Вот. И я выехал как раз, когда очень холодно. Я пропустил тепло, я пропустил бабье лето и поехал в холода. Когда понял, что все уже это, под пятую точку у меня поджало. Вот. Ну, короче, в итоге я, короче, без зимней одежды такой... фигачу по трассе, вот, и такой красивый, и весь такой трясущийся от холода, вот. Ну, водители, в принципе, это видят, и меня чаще, наверное, из-за этого, наверное, подбирают, хотя, может, я не заметил разницы, в принципе. Короче, сегодня вечером обязательно запишу видео, докуда я добрался и что я вообще решил. Вам всем спасибо.